Вход в нелегальный игорный клуб был оснащен системой видеонаблюдения. Внутрь можно было проникнуть только после звонка на специальный номер телефона. Были предприняты другие меры конспирации. Но они не помешали сотрудникам полиции войти в помещение и зафиксировать признаки организации незаконной игорной деятельности с использованием электронного оборудования. Правоохранители изъяли 8 комплектов компьютерного оборудования, с помощью которого для посетителей за деньги запускалась специальная программа. Техника была направлена на экспертизу, которая установила, комплекты предназначались для организации азартных игр. Оперативники УИБ ППК установили, что к организации игорного бизнеса причастны 38-летние и 48-летние рязанки. Результаты экспертизы и собранные полицейские материалы были направлены в следственный орган Следственного комитета России по Рязанской области, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная организация и проведение азартных игр». По ней присмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Олеся Котровская, телекомпания «Город».